Так, здрасте, дорогие мои. С утра я по больницам. Время у нас уже почти 12:30, только вот домой приехал. А вот эти бедолаги все ждут меня. Так, вот это, который ночью не зашел, голубятник. Вот буквально несколько дней, как похолодало, дорогие мои, птица начала уже результат показывать. Вчера вечером, по-моему, около 10 штук ночью загнала в голубятник. Ну, это из тех, которые позже садился. Это вот этот красненький, с хорошеньким боем. Так, состояние голубей. Сами посмотрите, убедитесь. Температура сегодня стала еще ниже. Посмотрим, что тут показывает. Вот, смотрите, 12-17. А, ну, где? 20 часа неправильно, наверное, идут. Так, и вот 17 градусов. 17 градусов. Ну, в голубятне 18 градусов. Голубятне окно закрыто, естественно. Чуть потеплее, все-таки помещение уже. То есть температура намного, это, да, то есть хуже стало, чем в последнее время было. Но птица уже начинает потихоньку привыкать к этой температуре, в общем, ну и начинает уже потихонечку результаты показывать. То есть начинает потихоньку летать. Это для тех, которые жаловались, вот не летают, что делать, как делать. Да. Ну, сейчас потихоньку начнут уже летать, дорогие мои. Всему, как говорится, свое время. Это у полюбомщиков. По-любому 12 часов летает. И по-любому вот эти додики, которые в последних роликах показывал, с первого же захода забирает их. Хотя как так возможно довести голубей? Ну, можно, значит. Видите, состояние пищалок, мелочи. Это вот зеленый мазан, это не из моих, это друг принес мне из его голубей, так это на всякий случай помазал. Хотя по состоянию тоже, вот смотрите, там меньше песочек, это чисто слабее. Да? Да, ну посмотрим. Посмотрим, как, что, сейчас отойдем, пусть выйдут. Пусть выйдут курочки наши. Ну, посмотрим, как они себя поведут. Ну, посмотрим. Кто из них захочет летать? Ну, это со вчерашнего дня оставшиеся корм они поедают. Корм я не посыпал. Ну, посмотрим. Ну. Кто добровольно, как это, да, говорит, ремонтный завод. Я, кто из вас я сейчас, кто пойдет сходу? Или все кушать хотят? Ой, новачок, кто же вот. Неужели никто не желает самостоятельно? О, зато, вы видите, самостоятельно пошел кушать. Эй, засранец, тебя не стыдно? Давайте. И вот просто вот так рукой. Просто. Посмотрим, как они. Можно на улице постоять, поснимать. Солнце, правда, бьет. Куда они делись-то? Я их не вижу. Чего-то я их не вижу. Да, щечки слышу, а вот. Вот они. Щечки слышу, а солнце не дает, чтобы на них посмотреть. Да.
выйду на улицу, наверное. Так, дорогие мои, ну вышел на улицу. Ну, вроде хотят летать. Посмотрим. Хотя сейчас ветер неплохой. Давящий ветер. Северный ветра пошли, потому что холодно. Скорость ветра в Волгограде. Завтра в Волгограде солнце взойдет в 5:27. Скорость ветра в Волгограде. В Волгограде сейчас ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Ну 5 метров в секунду, это сказочный ветер, скажем. Но то, что северный, однозначно северный, это придавящий ветер, давит. Прижимающий. То есть он сверху как бы вниз давит голубей. Ну тоже, видите, черными тучами накрывает. Дождь должен быть. Дождь должен быть. Все совершенно по-разному стало. Еще партию поднимем снизу. Вон они сидят, засрась. Вон они сидят. А ну-ка. Давайте в небо. Давайте в небо. Это стариковская дача. Стариковская дача. Лепота, красота, дорогие мои, красота. Ну что нам еще надо? О, кто-то улез уже. А, сейчас потянем. Кто-то умудрился уже сорваться. Не знаю. Ох, ох, ты что так падаешь? Ты что так падаешь? Что случилось? Яша, что ли, появился? Так, того я что-то потерял. Я зацепил его, не зацепил. Ну, эти поднимаются, дорогие мои. Вот они пошли. Вот они пошли. Пошли миру мир показывать. Потянем, чтобы видно было. Ай, подождем, может еще и ящик пойдет. А, ну вон он, голубь. Вон на синеве был. Не видно, он сейчас заходит белый. Вот он видно. И второй чуть ниже его. Красота, думаю, красота, дорогие мои. Вот, смотрите, я еще на паузу не поставил, буквально зашел во двор, приханул и попер. А что нам еще надо? Видите, птицы начинают уже потихонечку адаптироваться. Адаптироваться. Вон те, которые соскочили, они начнут уже и время показывать. Не быстро падать будут, а начнет время показывать. Рассыпную. Красота, лепота. Видите? Ну, для этого что надо делать? Для этого надо гонять голуби, дорогие мои. Вон туда ушли разноброс. Ну, толпа большая, ну, штук 50 как минимум сейчас в небе. В рассыпную. Ой, солнышко. Давайте. Мы тоже на выход. Мы тоже на выход. Давайте. Не хотят. Не хотят эти засранцы. Ну давайте поднимемся. Неудобно. Это хитрецы. Это хитрецы.
Они даже оттуда не сорвутся. Неудобно мне будет. Не, неудобно одной рукой. И махать, и снимать. И махать, и снимать неудобно. Поэтому, дорогие мои, лучше так. Сколько сорвались, столько и сорвались. И вот смотрите, снизу тряханул, а те-то улезли уже. Видите, вон целая стайка. И эти вот сейчас падут туда. Пойдут в туман, их туманом накроет. И все, и капец. Ой, на хвостик падает. Вот этот пёрненький пескунчик, который мне... Я еще мелочи пищал, говорил, что нравится мне. Что нравится. И вон на какой высоте остановился и будет. Дорогие мои. И эти пошли, видите? Вот они. Ну, те уже все улезли. Вон они. Эти тоже сейчас пойдут. Да, и город накрывает, черными тучами накрывает. Но сегодня вообще-то дождь передавали. Дождь передавали, поодиночке пошли. Ну все, та стайка сейчас укроется уже, покроется. Как говорит, безвоздушное пространство. И эти на догонку пойдут. Дорогие мои, та же самая птица. Та же самая птица. Вот то, что я пытаюсь донести до людей. Не то, что донести до людей, да, наглядно показываю и объясняю, почему, как, что. Не просто на словах вот сказал, а ничего не показал, ничем не закрепил. То есть я и говорю, и все это закрепляю, показываю, что все, что я говорю, вот оно, понимаете, вот оно. Вот на самом деле есть такое. Ну, а вам надо делать просто правильные выводы. Где слушать, как слушать, кому слушать, зачем слушать, понимаете? Вот что вам надо делать. Верить вот этим, у которых там по-любому, или не верить. Это сугубо дело каждого из вас. Хотите, верьте. Это молодая чилька. На птенце сейчас скинула. И чуть-чуть скинули. Видите, и эти. Ну, может быть, что-то. Ну, по отдельности тоже оттуда идут. Может, и хищники не дадут им сейчас летать. Могут, дадут. Сейчас если еще и тетерь снизу зайдет, или этот додик, и этот сейчас мгновенно покроется. Ну, как бы вот так, дорогие мои. Одним словом, мир, мир, голубям небо, гоняйте, смотрите, вот показываю, состояние. Не только взрослых птиц, но и маленьких. Пищалок, которые пищат. Вот этого голубенка я оставил. Посмотрите, это мне привезли. Привез друг. Ну, не это, да, там, не думайте. Ну как, ну поймите правильно, конце-то концов. Не просто хвалю. Что вот смотрите у меня в каком состоянии, а там это, да, это, если бы она, он мне бы не был нужен, я бы его не взял. Я оставлю этого пескуна, если он покажет, я поставлю, да. Просто наглядно показываю разницу этих пищалок и его. Это тоже пищалка, понимаете. Отличается.
отличается. Почему? Потому что содержание совершенно по-другому, понимаете? Я полностью контролирую. Какой там колбаса, ты тоже скоро летать. Я полностью контролирую. Любой такой, да, там нас и убирают. Любой. Поэтому есть такие результаты. И на днях я этого пескуна опять же покажу. Вот, запомните, у него носик зеленый мазанный. Зеленый мазанный. Есть еще двое, сейчас покажу. Да, вот этих двух тоже, вот одного, второго, тоже. Скорее всего, оставлю. Ну, я пока карантин держу. Они же недельку, наверное, у меня сидят. Ну, не наверное, а недельку они сидят. Тех я... Ну, вот этого я запустил голубятню. Неделю наблюдал, нормально запустил голубятню. А вот тех двух пока нет. Посмотрим. Будет нормально, запустим. Тазики попить. Ну, у него тазик стоит. Откуда он приходит? Да, у кого взял, у него тазик стоит. Не такая поилка, как у него. Мелочек. Киндер сюрприз. С гнезда выпрыгнули. Ну, кушать, смотрите, какие размеры. Крылья приподняты. Ну, они обычно так родителям просят. Обычно родителям. Календжан, это твой красавец. Ну ты куда лезешь, эй, дурачина? Ну, достаточно. Мир, мир, голубям небо гоняйте. Удачи. Смотри, вот тут. Шустрый какой, эй, засранец, тебя кто сюда пустил? А ему по барабану, кушать хочет, эй, чудило, чудило. Нам вот там одна гнездка сидит. Вот он одна гнездка сидит. Тебе одна гнездка. А это вот отсюда. Что? Прыгнешь оттуда? Я посмотрю. Посмотрю. Оп! Да молодец ты. Папа у него красный, за красным бегает. А, какие шустрые бывают они. Чудики, чудики. Тут еще одна бомбовая растет. Вот она. Знаете, давайте. Дылда. Ну, это еще... Оп, даже не задышать. Здоровенький. Как бы вот так, дорогие мои. Шустрый, Геннаджан, шустренький, конкретный. Конкретный. Красота. Вот все, дорогие мои. Удачи всем. Удачи всем. Ну, кто же умеешь летать? Ну, колонки. Это тоже генералёнок. Вот он. Оп. Кёренький шейк. Кёренький шейк. Оп, 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 оп.
чуть не выпилось. Ну все, выбор. Мир, голодам не